я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. С трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Вы понимаете, дело в том, что мы не относимся к НАТО как к враждебной организации. Конечно, нет. Знаете, в результате распада Советского Союза Российская Федерация потеряла десятки тысяч своих исконных территорий. И что вы предлагаете сейчас? Начать все делить сначала? Вернуть нам Крым, часть территорий других республик бывшего Советского Союза? Что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины.